лейтенант милиции Резников. Ваш пригласительный на бал. Кавалеры в парадной форме, дамы в бальных платьях. В Самаре при поддержке Российского военно-исторического общества состоялся офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила». Мне хотелось бы всех сегодня поприветствовать, поблагодарить за, в первую очередь, патриотическое воспитание, за сохранение исторической памяти, потому что это так важно. Это важно нам, чтобы мы знали историю своих организаций, своих городов, своих районов, своих семей, своей большой и великой страны. В мероприятии приняли участие руководители областного главка полиции, Центра гражданской обороны, пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций, ветераны органов внутренних дел и пожарной охраны, кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса, лицея, госслужбы и правоохранительных органов, а также Самарского кадетского корпуса МВД России. Различные мероприятия, такие как балы, они характеризуют светскую эпоху. Для того, чтобы не забывать времена, которые были до нас, именно поэтому проводятся такие мероприятия, которые символизируют прошлый век, которые способствуют нахождению новых друзей. Пары танцевали мазурку, полонез и минуэт, кружились в вальсе. Все участники бала окунулись в историческую атмосферу и продемонстрировали свое мастерство. Не только обучаются специальным дисциплинам, но и хореографическому искусству. То есть это как бы имеет достаточно большое значение для нас, для Самарского краевого корпуса, для развития детей в целом, для культурного развития. Все участники офицерско-кадетского бала получили не только массу эмоций, но и памятные подарки, а руководители кадетских корпусов – благодарственные письма за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.